быстро оформить гражданство или загранпаспорт России. Такую помощь предлагала задержанная Людмила Кужба. В Следственном комитете поясняют, мошенница представлялась сотрудником посольства Российской Федерации в Молдове, к которому на самом деле не имела отношения. Да и выполнять свое обещание не собиралась. Тем не менее, деньги за посредничество брала исправно. Когда же подходил обещанный срок выдачи документов, ни гражданства, ни загранпаспортов клиенты не получали. Сейчас задержанная находится под стражей. Наши действия мошенницы. В общей сложности период времени с июля 2011 года по апрель 2013 года Кужба таким образом завладела денежными средствами обманутых ею граждан на сумму около 2 миллионов рублей ПМР. По закону мошеннице грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.